Моя группа The Recoil не задумывалась как долгосрочный проект. The Recoil нужны мне как некий наполнитель пробела до момента выхода очередного нового альбома Depeche Mode. Отчасти меня можно назвать трудоголиком. Я запустил проект Recoil тогда, когда Depeche Mode решили взять годичный отпуск. Надо остановиться и прохлаждаться, но лично меня такое положение вещей не устраивало. Отправиться в студию и поработать над новой музыкой стало для меня закономерным выходом из создавшегося положения. И вместе с тем я не знал, чем все это для меня закончится. Между Depeche Mode и The Recoil есть закономерная взаимосвязь. По крайней мере, в плане самой музыки и настроения песен. Но по моей личной оценке, песни моего авторства чуть мрачнее. Вместе с тем, я добавляю мрачности в песни Depeche Mode. Но дать четкую характеристику моей музыке сложно. У нас достаточно нестандартный подход. И четко определиться, кто и что из четырех музыкантов добавил в песни Depeche Mode, сложно. Я сочиняю свою музыку совершенно иначе. Мартин сочиняет песни Depeche Mode по традиционной схеме. Довольно часто он сочиняет что-то на акустической гитаре, выстраивая свою песню по принципу куплет-проигрыш, припев-куплет. Моя же песня выстраивается из неопознанных элементов по принципу «посмотрим, что из этого может получиться». Я побаиваюсь работать с незнакомыми для меня вокалистами, потому что привык к четкой структуре Depeche Mode. Да и потом, по ходу сочинения новых песен, мы не особо стремимся работать со сторонними, приглашенными музыкантами. Вот отсюда мои страхи как сольного артиста. Но для меня это был не повод не поработать с вокалистами, похожих по стилистике групп. То, что некоторые из них реализуют свой творческий потенциал в похожей музыкальной области, не более чем совпадение. Так уж получается, что знакомые мне музыканты работают в похожем музыкальном жанре. Я считаю, что мы приезжаем в Скандинавию с удовольствием. Даем концерты в Дании и Швеции, иногда даже в Финляндии. Мне кажется, в Финляндии мы были всего один раз. Но большинство концертов, когда мы выступали в Швеции, прошли очень хорошо. В прошлый раз на гастролях мы выступали на стадионе The Glob, и этот концерт получился просто замечательным. Как и вчерашнее выступление в Гетеборге. Хорошая публика и теплый прием. Мне нравятся ремиксы на такие песни, как Never Let Me Down, Stripped, Walking in My Shoes. Как правило, что-то из последних свежих ремиксов. И есть хорошие ремиксы. Мне нравятся некоторые ремиксы Франсуа Кеваркяна. Он делал несколько ремиксов на отдельные песни с нашего последнего на сегодня альбома. И еще один или два хороших ремикса, которые сделал Дэн Миллер. Несколько хороших ремиксов на некоторые из наших треков. Да, кое-что мне нравится, но есть и не очень хорошие. Мы привыкли бросать вызов самим себе, стараясь сделать так, чтобы нам самим было интересно, себе же во благо. Я считаю, что с каждой записью или альбомом мы пытаемся изменить собственный творческий подход. Тем самым мы делаем что-то по-другому, иначе и, надеюсь, лучше. Да и нашим слушателям также интересней. Ой, вы хотите сейчас немного истории? Ой, не знаю. Ну, это длинная история. Честно говоря, почему у нас нет барабанщика? Дело в том, что в начале пути ребята не могли найти барабанщика. А меня на тот момент, конечно, в группе еще не было. Так вот, они не могли найти барабанщика. Но только так, без барабанщика, они могли спокойно, тихонько где-то репетировать в чем-то доме, по очень низкой ставке. Или играть на клавишных, слушая себя в наушниках. Раньше партии ударных воспроизводились на концертах на четырехдорожечном магнитофоне. А мы располагались посередине сцены, на месте барабанщика. Потому что нам не хотелось, чтобы зрители подумали, что мы пытаемся скрыть факт отсутствия в группе живого ударника. А сейчас, по практическим соображениям, магнитофон переместился на край сцены. Но, в принципе, схема концертной работы не изменилась, все как в самом начале. На данном синтезаторе в общей сложности 36 различных банков тех или иных звуков. Каждая песня имеет свой собственный набор звуков. От песни Black Celebration у меня несколько наборов звуков, выделенных на определенных частях клавиатуры. Поэтому первый звук вот такой. Понимаете? А затем следует звук, который я должен воспроизвести, и находится он немного дальше на клавиатуре. Вот так. А потом я могу соединить два звука вместе. А в дальнейшем я должен играть вот такую вот мелодичную партию.
ну и так далее. Если честно, клавишник ограничен только возможностью захватить те или иные клавиши своими руками. Как ты все это запоминаешь? Все это запоминается через некоторое время. Запоминается автоматически, ваши руки как бы сами помнят расположение на клавиатуре. А бывает, ты какие-то партии забываешь. Да, конечно. Все довольно просто, эти панели подключены к клавишным. Все, что вам нужно сделать, это представить, что две эти панели являются дополнительными клавишами на клавиатуре синтезатора. И когда я бью по этой панели, схема работает идентично. Так, если бы я нажимал на клавиши на клавиатуре.